Друзья, всем привет! Вот наши яблони каждый год подвергаются нападению зайцев. Что только не придумывали, елочками обкладывать, чулками кто-то рекомендует ветки обматывать, или там вот тряпок навешали, но все это какая-то несерьезная вещь. Кто-то предлагает дегтем намазать, чтобы они не ели. Ну, вот так тряпкой замотаешь, потом снега навалит и сломает всю яблоню. Единственный более-менее приемлемый вариант – это сделать сетку. И мы купили вот такую вот сеточку. Ширина 1,80 м, длина 15 метров. Делишь по 3 метра отрезки, кусачками откусываешь, получается как раз вот 3-метровая такая сетка высотой 1,80 м встает вокруг одной яблони. Получается 5 яблонь можно закрыть. Вот такая у нее этикетка. Такая катушка стоит 8000 рублей. Она оцинкованная, сварная, ржаветь не будет долго. Вот видите, что от яблони остается. Уже после того, как ее поели, к нам пришла эта идея. И вот эту яблоню тоже всю поели. И вот эту постригли. И ту тоже. Досталось им всем. Ну вот, можно сделать деревянные, конечно, щиты. Ну что-то все это как-то не так. А вот эта железка, она будет работать надежно.